вийшло? Тому що атенційна вийшла. Как-то в этом году очень тяжело. Тяжело с организацией, тяжело со спонсорами, с, так сказать, партнерами. Но несмотря на это, было создано положение военное. Мы собрали 18 стран, а в этом году мы собрали 25 стран. То есть это уровень доверия. Уровень доверия к месту проведения, а к статусу, так как мы собрали 25 стран, а это очень большие рейтинги, очки для танцоров. Йошиказа Инозава представляет Японию, и впервые они привезли команду японских спортсменов к нам в Украину, в Днепр.